красиво-то как все в элитных сетах. Так я ждал, мой аккаунт родненький. Поглаживаю список персонажей ручкой. По монитору ручкой, так по списку персонажей. Ой, блин. Из Новосибирска. Поздравляю тебя с разбаном. Удачного стрима. Желаю тебе, чтобы более басурмане не нападали тебя и твои аккаунты. Чварёк. Спасибо большое. Блин, у меня как будто день рождения, ребят. Все что-то поздравляют. Спасибо. Только без шаманов, пожалуйста. Не, качать больше шаманов я не буду, мне хватит. Трех шаманов мне достаточно, Соник. В группе ВК тоже голосование, я не могу создать. Ты за психодел играет. Леша, ты под такое колбасишься, да, музыку заказал? Да блин, они меня стопают, а подо мной вулкан взрывается. Правильно делают, чтоб жизнь малины не казалась. А кто привык, он там на арене, стал бы облизывать. Ага. Тони, привет, хорошего тебе стрима. Да прибудет с нами сила. Джедай, что ли? Потому что я вообще не спал, так что... Я даже читаю, короче, как это... Как замедленно. Тихо. Я там застрял, короче, вот в этом углу. Ладно, нормально. О, обычный Саня. Как бы сказал искусственный интеллект, люди это ходячие мешки с кусками мяса. Ага, симптомы бессонницы. Скоро буду галлюцинации видеть, разговаривать и сидеть с мебелью. Всех возьму. Все подушки сложу. Когда глюканы будут, выйдешь на стрим? Хочешь цирк посмотреть, да? Вот вам загадка, чатик. Из того же разряда. Квадратная, под кроватью. Цветом зеленый в черную полоску. Кровавый или рогатый? Что? Загадка. Я говорю, квадратный, под так, кроватью так. Лежит. Да. Ага, цветом зеленый в черную полоску. Да? Матрас, одеяло, жезл. Расстались, да, разошлись. Море корабля. А не подушка? Нет, не подушка. Что-то батя пьяный. Чей-то батя пьяный, говорит. Бейте Сашу. Чей? Я что-то не понял, чей там батя пьяный. Че, все что ли? Нет. Пьяный под кроватью. Это тоже не ответ на загадку. Адидас. Веру зеленый в черную полоску. Короче, ответ арбуз. Правильно сказал красный панда. Арбуз. Сейчас бы арбуз под кровать. Мой арбуз, где хочу, там и ложу. Квадратный? Потому что под кроватью. Чтоб не выкатывался. Вот я, так. Конечно, понимаю, что как бы в Китае есть такой вариант арбузов, как квадратный, потому что они специально их так выращивают. Но суть в том, что когда я эту загадку в детстве слышал, в Китае не было квадратных арбузов. В том-то и прикол. Теперь нужно найти и с тех пор ее не видели. Одноклассник расхваливал китайский чай, тип настоящий. Я попробовал, меня так от алкашки и сигарет не штырило, как от этого чайка. Кажется, он тебе что-то туда еще добавил. Хороший друг. Многие бы хотели себе такого друга. Это знаешь, как анекдота. Давайте, говорит, ребята сидят, отдыхают, а давайте над Колей подшутим. Вот у него там типа кола, а мы вместо колы туда Джек Дэниелса нальем полный стакан. Один из толпы такой сидит, а давайте надо мной так подшутим. А здесь, наверное, та же ситуация. Что такое, так? Оказались, нажмите F1, чтобы открыть экран персонажа и использовать ее. Получена новая броня. Давай. Ну так я уже ее использовал. Ты прикалываешься, что ли? Я ее уже надел. Невидимый плащ. Его же нет, мать твою. Зачем он мигает? Выносливость повышена на 26. Объем получаемой репутации. Ты шо это? Ты хочешь со мной дуэль, что ли? Ты хочешь со мной дуэль? Я хочу на арте попробовать пострадать. Ну, пробьешь меня и все. Выиграешь. Говорят. Если я пробью тебя раньше, то я выиграю. Рефлекторы и секунды еще когда. Нечем сбивать. Сейчас у меня шип откатывается. Бам.
Дэдхилл на этой... Армс не Фури, да? Ну, зашибись. Я не успею тебя пробить. Ну, писечка ж хп. Не успею, он похилится. Вот только так. По-другому Фурика ты просто не пробьешь. Как еще в дуэлях-то побеждать, если не хилится больше, чем ты дамажишь? Я вот не знаю. Я прот. Еще лучше, ё-моё. Ой... Ну офигенно. Короче, походу Фуриков мы вообще не выиграем. Он, оказывается, вообще в танке был. Офигенно. Кикни этого вара. И че? Плюется в меня. Плюется в тебя? Ну плюнь его в ответ. Заплю тебя, добегай. Не, в реальной жизни выбью зубы. Ты на паре черчения. Смотрю стримчик. Прикольно. Привет, дядя Хант. Учился бы лучше, а? Учись хорошо. Допустим, смотри, вот черчение это ладно, это одно. У меня потом была инженерная графика после черчения. И я настолько хорошо знал этот предмет, что я людям дипломные потом рисовал за деньги. У меня КД. Между прочим, очень полезно, он в жизни пригодится тебе потом. Если будешь руками что-то делать, конструировать. А, учиться, ок, пошел тогда, раз Саня советует. Саня, Мефодька плохого не посоветует. Учись хорошо. После пар заглядывай на Стримчанский. Когда кончится, у нас тиммейт третий подойдет, пойдем на арену. Я уже тут, если что, жду. А, ты уже тут? Да, да, да. Сэп. Нет, не чешет. Тринкую, ухожу. Баннер поставил. Шо? Они меня просто убили! Все, у меня нет слов. Они меня за кувырок убили, били. Сел, Рус, тихо, тихо. Я думал, она музыку включила. Я даже с мамой до слез не спал.